have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, планета Ланы, третья серия, поехали сходу. Надо было эпично сдохнуть на этом моменте, было бы тогда хорошее начало серии. Так. Вот сюда тебе помоги. Надо. Помоги. Има. Сиди, сидеть, место. Пока что мы вот уже третью серию перебираем одни и те же механики. И разработчики такие: смотрите, а вот это вы делали? А вот это с вот этим вы делали? А вот это без вот этого вы делали? А вот вот это первое и вот это третье без вот этого второго вы уже тоже делали? Тогда попробуйте вот это первое и вот это второе и вот это третье тоже вместе сделать. Блин, ну короче... Хочется какого-то сюжета, хочется какого-то экшония, хочется каких-то смены геймплея, а продолжается пока что одно и то же. Ну, ладно, посмотрим. Жалко, что нет каких-то подкатов или перекатов. Чувак Wi-Fi ловит, но у него что-то не срастается. Гену вылезет. А, да? А зачем? А зачем мне надо, чтобы оно там вылезло? А, я понял. Серьезно? Это отвлекающий маневр. Ой, дурак. Ладно. Я понял, как это делается, просто я его поздно позвал. Я понял, что мне нужно было сделать. Уже когда он перекусил, я понял сначала, что мне это нужно, чтобы забраться. Но он тогда слышит эту тему. Сядь, дурак. Вот, собственно, что нам надо было сделать. Как я после этого отсюда выбрался, я не знаю, но... А сюда нам... Надо? Не надо? Зачем я... В принципе, несложная загадка. Надо было просто немножечко повнимательнее поторопиться. Потом пришлось переигрывать. Ну, ладно. Первое, как отвлекательный маневр. Второе, именно как... Убийство? Здесь есть убийство роботов.
Красивые виды опять. Вот это, да, это мне нравится, спасибо. В общем, это их mothership, как я понимаю, да? Все свозятся туда. Честно говоря, учитывая все это, наверное... Ого, оно там цвета меняет. Наверное, бесполезно было бы идти кого-то спасать, потому что посмотрите на эту дистанцию. Если всех людей похитили и переработали в биотопливо, то идти туда уже бесполезно. Сколько здесь будет глупых смертей. Ёп. Извините. А что я должен... А, да? Это нормально. Я в одну и ту же расщелину упал, но с той стороны. Я сдох, а с этой стороны все нормально. Хорошо, спасибо. Спасибо, игра. Тут флюоресцентные грибы. Прикольно. Ага, я понял тебя. Иди сюда. Оно не ходит. Короче, смотрите, что сделали разработчики. Мелочь специально не хочет наступать на важные точки, чтобы ты ему именно приказывал. Помоги. Вот. Я, по-моему, поторопился выключить свет, но ночью, в принципе, нормально проходилось. Я не знаю, зачем это было сделано. Эта штука останавливается всегда в шаге от тебя. Но как только нужно дойти до какого-то важного места, чтобы оно наступило или что-то сделало, оно получается, что как будто специально пытается избегать этого места. Я не знаю, зачем это было сделано. Для большей интерактивности, ну, спасибо, это неудобно. А-а-а. Помоги. Серьезно, тут все это время была веревка. Кто ее сюда повесил? Ну, ладно. Вот это, кстати, интересная механика. Если бы она была сделана получше, таким образом, что не приходилось бы каждый раз его носом тыкать, вот здесь стань, вот здесь стань. Он подбежал к тебе в нужное место, просто говоришь ему, подожди, и все. На свет он выходит, нет? А, извините, что я должен сделать? А, серьезно? А, я понял, что я должен сделать. Вырубаем свет, даем ему пройти сюда, улазим и включаем свет. Все, до свидания, придурок. Наша встреча была ошибкой. А потом надо будет, чтобы он мне... Блин, а оно сейчас сюда приползет. Ну, в принципе, ладно, то, что оно сейчас сюда приползет, это не проблема. Так, вот у тебя радиус маленький. Давай, помоги.
Все, живи тут дальше. О, мы на выходе, по-моему. Естественный свет начал появляться. А, фиг. Ну, относительно. Не допрыгнул. Допрыгнул, ладно. Ого. А это что такое? Так, помоги. Помоги. Кьяло. Там не было никакого места, куда бы он мог попасть. Но он зашел внутрь, он как-то все активировал. Он нам тут немножечко историю расскажет. Прикольно. Вот это, кстати, интересно. А, зародилось человечество. Нам таким образом показывают лор этого мира. Кто это все рисовал, интересно? Ну, раз тут есть эти пещеры. Ага, восхваляя, так скажем, высокие технологии. Большой взрыв. Я просил сюжет, мне дали сюжет, прикиньте. Ах, это надо будет потом проанализировать после записи. Хорошо, что все это остается. В общем, наскальная живопись разного вида. Я туда сейчас пойду, тут интересное место, на мой взгляд. Има. Стой тут. Ага, это подсказка, какую мне надо двигать. Сейчас посмотрим. Вот эту. Ага, 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 стоп, 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 она должна быть максимально сюда. Ну, показано нам вот это и максимально сюда подвинутая. Для чего нам это, я не знаю. А про все остальные нам... Про все остальные нам ничего не говорится. Блин, и так ни чертища не видно. Они еще отдалили камеру. Приблизить ее никак не могу. Ладно. Тут есть тележка, которую я могу двигать. Ага. Но двигать я могу только... А, стой, 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 стой. Тут подсказки везде разбросаны. Значит, вон ту верхнюю на 1 и 1. Окей. Эту максимально сюда, вон ту верхнюю на 1 и 1. Окей. Остальные две.
Не то. Не то. Ну, то есть эти две мы отгадали. Сейчас, давайте я схожу. Секундочку, это мы... Верхнюю на 1,1. Нижнюю максимально. Давайте я посмотрю, может быть, там на месте будут еще какие-то вещи, которые я упустил. Возможно, одну надо будет угадывать. Раз, два, три, четыре отсюда выходит. Но я на самом деле пока что вижу только две подсказки. Сейчас, погодите, может быть, тут что-то еще было. Вряд ли, да? Так далеко. А, так, с двумя рожками. Оу-оу-оу. Плоская вправо до конца с двумя рожками. Да, понятно. Ну вот, подсказки были там. В смысле, блин. Так, сейчас. Погоди. Может, не до конца, может, вот так. Да, мне кажется, что вот так. Да фиг! Нет, ты что ты? Просто забейте. Оно просто взяло и сдохло. Ну, блин. Оно осталось? Не осталось? На каком моменте оно осталось? По идее, должно быть так. Пробуем. Сейчас, если не, я пойду проверю. Как оно могло просто сдохнуть? Подождите, ребят. Все-таки плоскую надо до конца, на 3 подвинуть. Я одну не докрутил. Я надеюсь, что тогда все должно по идее сработать. Шифта нету? Оно, блин, нормально ничего не работает. Ну ладно. Так, окей. По идее, это тогда должно быть последнее, что я сейчас делаю, чтобы решить эту головоломку. Опять же, оно все несложное. Оно все несложное, оно все муторное. Это самая большая проблема в таких играх, где есть головоломки. Да. Оно назад не уехало, оно просто откликнулось, и все, пойдем. Самое же говорю, самая большая проблема в играх, где есть головоломки, когда головоломки не сложные, а именно вот муторно, что приходится переделывать не потому, что она, ты не понял головоломку, а потому что какая-то фигня случается в процессе. Я оружие получу. Что это такое? Осколок души? Душа храброго солдата? Что это такое? Геймпад дрожит прям как это... Зачем ты неизвестной субстанции животное тычешь, блин? Ключ от прошлого. Погодите, тогда возможно, что у нас цивилизация не на начальной стадии развития, что возможно она наоборот, после вот, ну, то, что нам в пещере показали, что мы восхваляли технологии, у нас случился какой-то катаклизм, и поэтому мы все оказались в каменном веке.
Что, блин? А, да? Олай. А ты! Тут нет ограничений. Ты, если бежишь вперед, ты обязательно упадешь. А, меня уже перепрыгнули, спасибо. Помоги. Помоги. Там видите, какая-то фигня прячется. Я не хочу туда идти. Ну что, оно там в темноте поджидает? Что такое? Это мне надо. Это оно мне нападать не будет. Это наоборот. Ну, вот видите, когда надо, он не подходит. Вот мы идем в другую сторону. Смотрите, где он становится. Прямо рядом со мной. Но когда мне нужно, чтобы он подошел, вот сейчас, вот, да, вот так вот. Мы их гипнотизируем таким образом. А, нет, ну. Помоги. Иди сюда. И мамуй. Иди сюда. Все, установили с ним зрительный контакт. Теперь упихай его вон в ту сторону, чтобы я мог залезть. Спасибо. Ну, теперь иди со мной. Поедем? Поедем. Все, мы выходим. Почему эта прогрузка была сейчас? Ни катсцены, ничего, локация не изменилась. Ну хорошо. Обратно в Гринхилл, обратно к первой зоне, то есть, ну ладно. Нет, на самом деле локация с пещерой была прикольной, мне понравилась. Без вон той загадки музыкальной было бы прикольнее, но... Кого ты зовешь? Ты же видела Mothership, ты же понимаешь, что она там, зачем ты сейчас орешь-то? Зачем нам... А так мы его тащить не можем, кстати, да? А, серьезно?
Иди сюда. Значит, ты, дружище, идешь сюда. Помоги. Мне это перепрыгивать придется. Давай посередине поставлю. А вдруг допрыгну. Так. Не, слишком далеко поставил. Мне кажется, не долетит. Ну, сейчас посмотрим, поэкспериментируем. Не, нормально, долетает. Я все никак не могу понять дистанции здесь. Не знаю, как это работает. Ага. Ага. Понял. Ну, относительно пока что. Посмотрим. Мне там что-то перерезать надо будет, скорее всего. Опа! Залезли. Тут... А. Помоги. Помоги. Помоги, помоги. Помоги, мой. Помоги, помоги, помоги. Ясно. Он сюда не пролезет. Олай. Олай, мой. Има. Жди здесь. Давай в космос. Уии! Это подъемник был специально для нашего животного. Пока что игра очень тянет название «Король бэктрекинга». Олай. Помоги. Помоги. Вот здесь он запрыгнуть может, да? Вот эту трехэтажную эту. Ай, просто забейте. Посмотрим, что в эту сторону. И тут ничего, тут просто красивый вид. Олай, мой. Я немножко разочарован. Тут могла быть какая-то, ну, ну не пасхалка, ну, даже не знаю. Ну-ка, если тут свесится. Фактически ничего не будет. Печаль. Классное место. Причем сюда можно добраться. Пустые локации без шифта. То есть, помните Far, Lone Sails и вторую часть? Там у вас были такие пустые перебежки, но они были с шикарнейшей музыкой, когда ты мог просто насладиться атмосферой, а здесь ты просто бежишь по пустому миру, без шифта, без музыки, без ничего. Это печально. Сохраняшка прошла. Там сейчас опять, наверное, будет какой-нибудь стелс. Я увижу кустики, я увижу это. Давайте тогда, ребятки, на этом заканчивать. Продолжим уже в следующей серии. Пещеры были, на самом деле, хорошей разбавкой атмосферы. Но мы потом вернулись сюда. Надеюсь, дальше будет что-то еще поинтереснее. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем пакета.